Sega. Един закон мироздания. И все имеет начало и конец. Правление старого сёгуната завершается. Приветствую, друзья, с вами Акжесы и игра Total War Shogun 2. Начинаем новую кампанию. Начинаем Shogun 2. В последующем будем снимать Рассвет самураев и Закат самураев. Будем идти по порядку. Так, выберите дом. Особенности, так, хозяева, наем и содержание пехоты с луками дешевле, повышен доход от крестьянских хозяйств, может нанимать опытных пехотинцев-лучников, это Тёсукабе. Клан Симадзу, наем и содержание самураев с катанами дешевле, повышенная преданность всех военачальников, возможность нанимать опытных героев с катанами, возможность нанимать опытных самураев с катанами. Так, зеленым цветом на карте ясно. Ходзё удешевляет строительство и ремонт замков, снижение стоимости найма и содержания осадных отрядов, может нанимать опытные осадные отряды. Так, Мори. Знатоки мореходства, снижение стоимости найма и содержания всех кораблей, возможность нанимать превосходные корабли,
Так, на стратегической карте корабли перемещаются дальше. О, да. Повышенный боевой дух всех Осигару. Снижение стоимости найма и содержания всех Осигару. Дате или Дате. Отряд значит дополнительный урон при натиске. Наем и содержание самураев с подати дешевле. Может нанимать опытных самураев с подати. Так, Кэда. Повышенный боевой дух кавалерии. Снижение стоимости найма и содержания кавалерии. Возможность нанимать опытную кавалерию. Нет, кавалерию нет. Я пехотой привык играть. Так, Угава. Снижение стоимости найма и содержания кисё-ниндзя. Улучшение дипломатических отношений. Вероятность успеха Мацукая плюс 2%. Возможность нанимать мясо. Уэсуги. Снижение стоимости найма и содержания сухаев. Увеличение дохода от торговли. Возможность нанимать опытных сухаев. Вероятность успеха монаха плюс 2. Короче, какие-то монахи. Так, оплотом буддизма и недаром. Так, Хатори. Особые войска Хатори обучаются технике кисё. Вероятность успеха ниндзя плюс 2%. Особые войска Хатори лучше скрываются на поле боя. Ико-ики. Наем отрядов Осигару с высоким боевым духом. Невозможен наем к. Военачальники обращают население в веру Ико-ики. Возможен наем опытных сахаев. Так. Тасюкабе. Лучников, повышенных ход крестьян. Наем снижение самураев с катаном дешевле. Занимайте командиров с катаном. Повышенная преданность всех начальников. Возможность нанимать опытных самураев с катанами. Ошибляет строительство и ремонт. Ну вот мне Симадзу нравится. Так, короткая, долгая. Короткая. Станьте сёгуном, захватив и удержав Киото. Захватите и удержите не менее 20 провинций, включая следующие. Бунго, Хиго, Хюга, Осуми, Сацума, Киото. Выполните условия до конца вашего хода следующей даты. Зима 1580. Так, а сейчас 1545, 35 лет. Первый вызов низкий. Короткую, а то долгая кампания. 1600, еще 20 лет, тут 35. А господство, попробуем за Симадзу сыграть в короткую битву, соответственно, за 1580 года нам необходимо захватить следующие провинции, которые указаны. Первый вызов низкий, год начала 1545, провинции 1. Уровень сложности поставим средний. Чтобы видеть, чтобы видеть настройки, помощь советника не надо. Поехали! ...1545 год. Сэнгоку Дзидай. Эпоха воюющих провинций. Уже 200 лет сёгуны Осикага правят страной из Киото. Кажется, правление их незыблемо.
Но сильнейшие дома не хотят более их власти. Пришло время новому военачальнику стать сёгуном. Кто же одержит победу? Земли дома Симадзу дают нам все необходимое. Наши враги многочисленны и исполнены зависти. Они ждут, когда мы проявим слабость. Мы ведем свой род от первого сёгуна, Йоритома. Симадзу известны своей верностью. Это у нас в крови испокон веков. Во всей Японии нет мечников, подобных нашим. Наши стремительные клинки устрашают врагов. Бог войны Бисямон пробудился. Пришло время покончить с нашими врагами. Мы не станем больше ждать. Все склонятся перед Симадзу. Судьба зовет. Мы носим имя Симадзу. Наш дом процветает. Мы не только установили полный контроль над провинцией Сацума, но и волею судеб столкнулись с командой моряков с далекого запада. Их корабль разбился о берег Танегасима. Южные варвары предложили выгодные сделки. Но самое главное, они привезли теппо, фитильные ружья, простые в обращении и смертельно опасные для врага. Надо наладить торговлю с этими гостями, ведь их оружие может стать для нас ключом к власти над всем Кюсю. Также нам важно расширять свои владения, распространить влияние за пределы провинции Сацума. Наша первая цель – провинция Асуми. Мы уже воюем с правящим в ней домом Ита, а их замок находится в опасной близости от наших границ. Его надо захватить, пока Ита не собрали там мощную армию. Затем мы сможем либо полностью покорить их, либо двинуться дальше, в Хиго. Мы пока не воюем с местным домом Сагара. Но если у нас в руках окажутся их земли, мы получим превосходных боевых коней и радость безоговорочной победы. Когда весь юг Кюсю будет у нас под пятой, никто не посмеет нам противоречить. Кюсю станет нашим. Но мы должны по-настоящему опасаться гнева Киото. Рост влияния нашего дома делает нас потенциальной угрозой для сёгуната. Как только сёгун почувствует это, он сразу же настроит против нас своих подданных. В этом случае мы должны быть всегда готовы отразить любое нападение, откуда бы ни явился враг. Нам нельзя терять бдительность ни днем, ни ночью. Пусть сёгун сам поборется с нами за власть. Так, задание получено. Так, закрепиться на земле. Захватить провинцию Осуми. Призыв к оружию. Чтобы ваш даймё стал сёгуном, необходимо свергнуть сёгунат дома Асикага. Захватить и в течение 4 сезонов удерживать столицу, Киото. Тогда император объявит главу вашего дома сёгуном. На сёгунат можно претендовать в любое время.
Однако действующий сёгун, почувствовав угрозу, скорее всего, первым нападет на ваш дом. Если начнется война с сёгуном, некоторые дома могут по той или иной причине встать на его сторону. Многим домам выгодно сохранение сёгуната дома Асикага. Ну все, спасибо. Так, что это у нас? Форт. Замковые самураи. Наемы пополнения. Асигару с Яри, Асигару с куклами, Асигару с Сеппо. Сеппо, огнестрельное оружие. Так, наем. Информация об отрядах и кораблях, самураи, которые можно нанять в выбранной постройке. Щелчком правой кнопки. Ладно, мышь. Спасибо. Так, это с копьями, как я понимаю, это лучники. Так, доход у нас вниз. На этой панели дана информация о вашем военачальнике. Здесь указано его. Спасибо. Военачальники приобретают опыт, и вы можете развивать у них различные полезные навыки. Крестьянские наем агентов возможен прямо в провинции. Закладка «Наем войск» на панели обзора. Набор происходит сразу. А стоимость найма зависит... Щелчок правой кнопкой мыши на любом участке – перемещение армии. Так, мы получили задание захватить. Нет. Управление домом, дипломатия, развитие, финансы. На панели «Финансы» собрана ключевая закладка «Торговля». Отражает цены на ваши ресурсы, уровень их экспорта и доход от продажи каждого. Здесь же приведен список произведенных ресурсов, приобретенных у торговых партнеров или ресурсов, которые вы только собираетесь приобрести. Есть ресурсы, которым необходимо получить доступ, чтобы иметь возможность набора ряда элитных войск и возведения наилучших построек. Все понятно. Это панель развития новых знаний. Выберите нужное исследование. Для этого не требуется каких-либо построек. Напротив, для строительства необходимо... Так, Мусидо выбрали. Управление домом. Панель управления домом отображает важнейшую информацию обо всей структуре вашего дома. Тик-тик-тик. Один из шести. Всего... Ключевых проверенцев из 25. Так, все понятно. Это закладка «Семья и совет». Все ясно. Это будем разбираться позже. Конец хода. Найм. Крестьянские хозяйства и другие сельскохозяйственные постройки кормят города-замки и увеличивают доход всех ваших провинций. Разумеется, порты не только залог успешной торговли. Так, так, так. Кузница, мастерская броника, мастерская оружейника. Порт 1600. Так, нам сначала надо захватить. У каждой армии и флота есть контролируемая территория, отмеченная окружностью. Вторгнуться в нее можно. Так, сообщение о событиях, цели, дома, армии и так далее. Ну, друзья, труба зовет. Атакуем. Блин. Никуда не деться. Нападать по-любому надо. Победа в бою зависит от численности армии, таланта военачальника и соотношения родов войск. До начала битвы вы получите сведения о соотношении сил и подкреплений. Зачастую при атаке избежать боя нельзя. Кнопки в нижней части панели представляют ваши... Да я... Штурм.
Так, погодные условия. Как нападающая сторона, вы можете отложить атаку до улучшения погодных условий. Оставшийся шанс 3. Засуха, погода, эффект никакой. Никаких отрицательных эффектов. Начать развертывание. Катана ва нуита. Текигата ни хитори демо икинокори га иру кагири, коно катана сая нива осамен. Субете ва о ие но таме жа. Вага теки ва яцра но рёши то ичимон ни чусэ о чикау юкан на самурай домо да. Ано моно домо о хоробосу то нару то кокоро га итаму га, коре мо унмэй но насэру ваза. Шиката на гароу. Вага кэйряк ва кантан мэйрё. Коно ишигаки о татаки кудзусу ро жа. それができれば乗り越えるまで乗り越えられねば敵の屍を積んで登るまでよ。これだけは約束する。戦が終わったら忙しくなる。跳ねた敵の首を集めて数えんとならんからな。 Не забывайте, что ваша цель не разрушить, а захватить замок. Для этого нужно уничтожить или обратить в бегство всю вражескую армию, или же захватить центральную башню. Перед началом штурма убедитесь, что ваши осадные орудия расположены достаточно близко к стенам. Так. Ставим подписчики, лучники, с катаной чуваки. Так, ну глянем. Вот наши красавцы. Стоят, бамбук курят. Это у нас лучники, мечники. Так, самураи с яри. Основные характеристики отряда. Атака в бою 6, натиск, защита, броня 5. Броня 2. Шары какие-то. Короче говоря, если проиграем, можно взлететь и свалить с поля боя. Ладно, пошли. Кнопкой бег. Спокойно. Вы можете заставить. Не тратим силы. Так. Лучники понеслись. Атака без приказа. Разум строй. Тактика изнурения. Режим обороны, ясно. Так, что тут, чуваки? Угу. Подходит.
Ограбление. Так, удушевление. Оседлать, спешиться, сбор войск, перегруппировка. Блин, лучники могут достать. Вражеские лучники могут достать. Давай. Ну вы чё, ёпарста? Понеслась. Отводим. Добивайте этих. Так, эти успели свалить. Замковые самураи. Так. Пойдем справа фланга. Будем атаковать. Надеюсь, компьютер тупанет, не будет передвигать лучников.
будем надеяться, что нет. Обходной маневр. Заходим с востока. Так, ну наша цель — вот эти ворота. Их нужно будет захватить. Если мы это сделаем, у нас будет 50% на победу. Так, уверенный, изнуренный, вышивный. Кавалерия. Так, уверенный в действии. Блин. Делать нечего. Вообще штурмовать нужно всегда, блин, приводя превосходящие силы плюс на потери. Здесь же у нас шансы одинаковые. У них сколько? Раз, два, три, четыре отряда, у меня пять, плюс один. Давай, 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 родной. Отводим, отводим, отводим. Так, с луками. Пусть стоят, горят. Не-не-не-не-не. Устали. Так, ну. Заходить можно. Так, замковые самураи. И лошадки. Сюда бежим. Так, захватим эту зону.
Эти пусть идут. Передвигаемся сюда. Копейщики. Держимся, держимся, держимся. Быстрей. Быстрей, коняги. Что тут происходит? Держитесь, просто держитесь. Только держитесь. Давайте, давайте, давайте. Отходим. Лучники ставить. Ну что тут? О, кровища. Ну что я могу сказать? Сёгун очень красочная игра, эффектная. Эффект присутствия на поле боя. Близок час вашей славной победы! Смотрите, как он мишет, как махает, кромсает. Сейчас, подождите, камера не будет нормально. Видали? Добиваем. Добивайте, дорогие. Даже не помогли замковые самураи. Один бедный остался. Сейчас его. Ух ты, кого-то он там хорошо приложил. Победа наша! Победа наша! Захватываем. Господин, воины устали. Им требуется отдых. Смотрите, что вытворяет. Ух ты! Блин, с этой стороны. Молодцы. Подожгли, блин. Ворота. Завершил с собой. Мы победили, захватили замок.
отрядах и кораблях. Кнопка справа. Так, итоги сражения, понял. Так, итоги сражения. Потеряно 186 человек, осталось 94, врагов убито 252. Захваченный город занят, так. Можно просто занять, а можно пустить на разграбление. Это хороший способ ощутимо пополнить казну, но необходимо помнить, грабежи нарушают общественный порядок еще сильнее, чем обычная оккупация. Тогда мы не будем заниматься грабежами, мы займем. Так. Захватить провинцию. Сегодня замечательный день, мой господин. Мы успешно выполняем задание. Награда, призыв к оружию. Отлично. Восстания бывают двух типов. Так. Утративший преданность военачальник скорее предпримет попытку основать собственный дом, нежели присоединиться к другому. Он соберет армию и пойдет на ближайший город-замок. А крестьянский бунт может перерасти в настоящее восстание. Поврежденная постройка. Так, место строительства. Что тут можно построить? Мастерская осадных орудий. Друзья копейщиков, лагерь, конюшни, друзья лучников, трактир, школа мечников, рынок, буддийский храм. Это задание можно, так, задание можно улучшить. Рыбацкая деревушка, троп, можно дороги сделать. В городе так, замке, наем. В котором нет гарнизона, формируются отряды из замковых так, самураев и женщин, и способных носить оружие. С опытом персонаж не только получает полезные навыки, но и развивает личные особенности, влияющие на его способности. Некоторые из них присущи персонажу с самого начала, другие приобретаются по ходу игры. Отлично. Чтобы переместить армию из города-замка на основную карту, выберите город и щелкните правой кнопкой мыши. Чтобы переместить армию. Если в провинции началась смута, в ней можно отменить сбор налогов до тех пор, пока население не успокоится и не восстановится. Благосостояние провинции – это общий доход ее города-замка, крестьянских хозяйств и особых построек, за вычетом налогов, которые идут в казну дайми. Ага. Сопротивление захватчика. Так. Видимо, постройка сама отремонтируется. Так, замковый самурай Адин. Так, а здесь у нас что за постройки? Школа мечников. Сигару с луками. Постройки, пострадавшие в результате диверсии или во время сражения, можно восстановить. Чтобы отремонтировать постройку, выделите ее и нажмите кнопку ремонта слева на панели обзора. Неотремонтированные постройки постепенно восстанавливаются без затраты дополнительных средств. Так, у нас здесь школа мечников с катанами. Ага. Здесь будут у нас лучники. Так, теперь нам еще хорошие дороги – ваш торговый потенциал. Кроме того, они увеличивают дальность обзора как самой дороги, так и от близлежащего города-замка. Появляется больше шансов обнаружить вражеских агентов, возможность продвигать войска дальше в течение сезона и быстрее пополнять отряды. Давайте дороги сделаем. Потому что, да, тропами передвигаются мужики. Так, пропускаем ход. Больше у нас делать нечего, денег мало. Что у нас там? Сводка. Итоговая казна.
Сходы 2800, 1129. Сколько кланов? Время от времени ваш дом, сёгун, или европейские союзники, если таковые имеются, дают вам задание. Цель задания можно посмотреть в списке целей, находящемся под мини-картой, или на закладке сведений на панели управления. Задание получено. Мастера кендзюцу. Цель – овладеть знанием путь меча. Самурай Симадзу с катанами. Это мы. Путь меча. Усидо. Путь копья, путь меча. 6. Это нам стратегии нападения нужно исследовать. И затем путь меча. Хорошо. Постараемся. Так, растущее недовольство. Уровень общественного порядка отражает подчинение власти даймё. Если уровень довольства населения... Все, мы отменили пока что вам налоги. Только не плачьте. Так, смотрим. Лучника один ход, тропы дороги один ход, найм лоска один ход. По сути, передвигаться надо что-то. Так, наем пополнения всякие буны, кабаи с лучниками, формирование флота, строить корабль плюс один, вклад портов, экономика этой провинции, заход плюс два. Так. То же самое. Так, это у нас кузница, броники, доспехи всех самураев, нанятых в этой провинции, плюс 2. Доспехи всех осигар, нанятых в этой провинции, плюс 2. Так, рукопашная атака самураев, нанятых в этой провинции, плюс 2. Рукопашная атака осигар, блин. Вот дилемма. Броню или атаку увеличить. Ставим, пока подумаем. Так, рисовые поля. Доход провинции от крестьян плюс 1025, продовольствие 2. Прям надо, вот надо развивать, надо. Доходы-то нужны. Немного минус ушли, но ладно. Деньги нужны, армию строить. Искусные мечники, чей боевой дух тверже стали. Эти воины – тело и душа армии. Так, мечники готовы. Знания освоены. Стратегия обороны. Так, торговый порт. Возвести постройка торгового порта. Казна плюс 1000. Да мы только за. Торговый гавань. Так. Сколько нам дается времени? Бессрочно, да? Так. Давайте разобьем у себя столицу.
Так, у нас готовый самурай с катанами. В начале каждого сезона из вашей казны изымаются суммы для снабжения армии на поле боя и платы бойцам. Это расходы на содержание отряда. Так, дорога сделана. Не провели необходимые исследования. Так. Отлично. Извините. Так, лучники. Лучники у нас готовы. Самураи с луками. Так, стоимость 750, содержание 150, дальность 150, а у этих тоже 150. Метка 25. Зарядка 40. А, метка 40. Боеприпасы 25. Этих 20. Атака в ближнем бою. Натиск. Броня 4. Этих 1. Ну, естественно, лучше. Так, делаем один отряд. Ну, вот надо. Будет у нас два отряда. Хороших, отличных. Так. Где бы взять шпионов, что ли? Это у нас Восточно-Китайское море. Ага. Соответственно, это места торговли, которые необходимо захватывать. Так, пропускаем. Кто дальше поехал? Ух ты. Слишком большая армия или флот не сумеет атаковать единый фронт. Дом может выставить на поле боя не больше 20 отрядов одновременно. И подкрепление прибывает на поле боя постепенно. Осадные орудия не считаются подкреплением. Они устанавливаются на поле боя во время развертывания армии и статично прибывают на своих местах до конца сражения. Так, ну у нас неполные отряды, это раз. Самураев Яри 20 человек. Сигарус Яри 58, 41. Лучники. Замковые самураи и самураи Симадзу. Ну и, конечно же, наши начальник. 24, их 320. Не успели пополнить. В армию. Ну ладно, мы принимаем бой. Катана выйдя. Теки катани 1 демо икинокори га иру кагири, коно катана сая нива осамен. Свете ва оие но таме жа. Вага теки ва Яцра но рёши то ичимон ни чусе о чикау юкан на самурай дому да. Ано моно дому хоробосу то нару то кокоро га итаму га. Коре мо... Враг будет отправлять отряды в обход ваших караулов и штурмовать стены. Пусть лучники отстреливают всех, кто приближается к стенам, а войска ближнего боя уничтожают просочившихся на территорию замка. Если начнется массовое бегство за стены, вы проиграете битву. Ну вот этого не хотелось. Так, начинаем бой. Где они? Так, нападают они с двух сторон. А мы посмотрим. Так. Тут два отряда идет.
лучники и копейщики. Мини-карта позволяет взглянуть на поле боя сверху, оценить здесь расположение ваших отрядов или кораблей, войск противника и особенности ландшафта. Изменяйте масштаб с помощью кнопок «плюс» и «минус». Нам нужно нивелировать. Развернуть и свернуть карту можно с помощью кнопки в правом верхнем углу экрана. Так, размещаем лучников на... Господи, боже мой. Так, север у нас там, значит, на восточной стене. Нам необходимо накрыть лучников. Так, нам нужны копейщики побольше. Понеслась. Закрываем вход. Так, вторую пачку. Закрываем вход. Другим способом, как они проберутся. Иди сюда. Так, с катанами и конница. Так, необходимо контролить вот эту, этот вход. Так, а тут у нас три пачки. Так, копейщики. Чё-то не понял. А, тут два отряда конницы. Господи, боже мой, все понятно. Так, самураи с Яри. Яри меч! Ну что тут? Подходят? Есть контакт. Ну, смотрим. Отлично. Давай, 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 шпарик. Они дерзкие пацаны. Отходим. Так. Да отходим, ёпти.
отходим, отходим. На нафиг, ништяк. Так. Да ёпрсты. Так. А, господи, боже. Так, ворота они не взяли. Так, тут что? Тут разборка идет. У кого-то башка отлетела. Ни хрена себе. Так, нам это не надо. Возвращаемся. Эти отошли. Подводим лучников. Так, это у нас мечники, это у нас мечники. Ну вот и все. И захлебнулась атака. Убежали. И то свалило. Теперь дело за лучниками. Конница куда делась? Так, конница. Завалили они нашего командира. Вы че стоите? Я забыл, что тут же могут спешиваться. Ёпрасоте. Чтоб вас... ёлка, ну давай. Немного прошляпывало. Господин, близок час вашей славной победы! Ох, нашего завоевания. Кнопка с вопросительным знаком в правом верхнем углу любой панели интерфейса служит для вызова справочной системы. Щелкните на ней, если нуждаетесь в пояснениях,
и откроется соответствующий раздел энциклопедии. Здесь представлены награды за удачное разрешение дилемм. Так, смотрим, что у нас с армией. Полководца нашего завалили. Остаются самураи, копейщики, два отряда и лучники, надеюсь. Мобилизация пройдет успешно и быстро. Нужно пополнить эти отряды и вперед двигаться. Так, у нас здесь остается один ход. Гавань один ход. Решение. Ирригация один ход. И лучники один ход. Денег у нас 2000. По армии 238, 333. Луками 715. Замен 218 618. Сколько их? 71 из 80. Так, это у нас даймё. Твердыня, замковый самурай, гарнизон на Сигарус-Яри, замковый самурай, наемное пополнение, Сигарус-Утина, Сигарус-Топко. Так. Пока воевать мы не собираемся, только так, что-то уничтожен малый дом. Малышный дом был уничтожен, так угал. Соперник так угал уничтожен. Кроме смерти. Нашему начальнику. Да, дом скорбит. В этой закладке собраны все отчеты, сводки. В отличие от осигару-лучников, самураи-лучники могут защититься в ближнем бою и стреляют огненными стрелами. Это радует. Так, воины заняты. Доклад о строительстве. Ирригация проведена. Гавань сделана. Что мы получаем? Так, торговый порт. Мы можем... Давай. Найм и пополнение. Всякие буны. Эти корабли годятся для многих целей, они достаточно крепки, чтобы принять бой и сохраняют при этом достойную скорость. Так. Это кабай с лучниками. Маленькие быстрые корабли полагают и лучники, они же и открыли вражеские суда. Так. Флот пока мы не будем строить, нам пехоту надо сначала сделать. Но торговый порт можно было бы сделать. Торговое судно 1800. Так, ну у нас как раз задание стоит. Нам необходимо список соседних домов и информация о дипломатических отношениях с ними. Так, радуйся.
каких-то дипломатических отношений между выбранным домом и остальными. Зеленым цветом отмечены дружественные дома, красным – враждебные. Так, торговля есть. Пожалуйста, говорите искренне, и тогда я внимательно вас выслушаю. Так, пока что нам это не надо. Так, ну, дорогие друзья, на этом сегодня серия заканчивается. Это был Сёгун 2, начало кампании короткой. Захватили мы одну провинцию, провели два боя, захватили замок, отстояли замок. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. До следующих встреч.